Дома, когда мне нужно сделать тот или иной рисунок, я мысленно представляю себе те или иные вещи, то есть рисунок является плодом моей фантазии. Мне было очень трудно учиться рисованию, так как с детства я рисовал то, что приходило в голову, и вплоть до обучения в Академии художеств не мог рисовать с натуры. Например, гипсовую скульптуру, которую нужно было нарисовать, чтобы поступить в Академию. Мне было очень сложно отказаться и абстрагироваться от моей фантазии и рисовать прямо с натуры. Но со временем я приобрел необходимые навыки. Херлов Битструп. Датский художник-карикатурист и общественный деятель, коммунист. Автор свыше 5000 рисунков. Рисунки Битструпа делились на бытовые юмористические зарисовки и серии сатирических политических карикатур. По словам карикатуриста, он приступал к созданию рисунка только после подготовки текста, подбирая материал карикатурам во время чтения газет и из повседневной жизни. Текст часто играет важнейшую роль. Например, мне нужно сделать иллюстрации большой политической статьи. Я действую по такому принципу. Рисунок называется, к примеру, НАТО. Рисунок показывает, как страны НАТО грызутся друг с другом, угрожают миру. И под рисунком я даю одну или две строчки из статьи. Строчки, содержащие квинтэссенцию ее. Читатель обратит внимание на мой рисунок и прочтет подпись под ним до того, как прочтет статью, потому что, прежде всего, привлекает внимание рисунок. Это своего рода художественный концентрат, сжатый до минимума. Сюжетом для его юмористических работ были отношения между родителями и детьми, подчиненными и начальниками, влюбленными, соседями, объектом сатиры – высокомерие, тщеславие, неблагодарность, любопытство. Серии бытовых карикатур Битструпа обычно состояли из нескольких сценок небольшого масштаба, размещенных на одном листе и читающихся слева направо и сверху вниз, как текст на печатной странице. По сути, художник рисовал комиксы. Мои рисунки сделаны на листах определенного формата, удобных для передачи их газетными средствами. Манера рисунка, штрих также связаны с версткой газетной полосы. Они должны с ней сочетаться. Мне кажется, что газетный художник не должен выделяться на полосе. Рисунок должен вписываться в целостную композицию газетного листа. Это не относится к последним полосам Ландокфольк, которые я компоновал самостоятельно из различных рисунков и подписей к ним. Если же рисунок сделан на ту же тему, что и редакционная статья, и публикуется рядом, то они должны дополнять друг друга, сочетаться друг с другом, быть единым целым. Я сторонник именно этого подхода. Но не все художники разделяют. Многие хотят особо выделить, привлечь внимание к своим рисункам, насыщенными линиями и другими приемами. Рисунки очень динамичны и в последовательных эпизодах, как кадры кинофильма, дают возможность проследить развитие событий и состояний участников маленьких драм и трагикомедий. Битструп создавал в своих сериях определенные легко узнаваемые человеческие типы и характерные ситуации, забавные и парадоксальные или имеющие более широкое общественное значение. Сюжетом политических карикатур становились конкретные политические ситуации. Объектами сатиры были испанский генерал Франциско Франко, итальянский диктатор Бенито Муссолини, политические деятели нацистской Германии Герман Геринг и Йозеф Геббельс. Основной вклад – это политическая сатира, закамуфлированная под юмористические рисунки, а также плакаты. Тогда я создавал политические рисунки, направленные против Франка, Третьего Рейха. Мне запрещали рисовать Гитлера, я рисовал Геринга, Геббельса, госпожу Германию и прочие в этом роде. Например, Муссолини. Рисунки, направленные против Муссолини, представлены на выставке.
Таким образом, у меня был всегда большой интерес к политике. В годы войны я сделал, в частности, серию рисунков «Голубь мира», которую я тогда назвал просто «Голубь». Я не мог назвать ее «Голубь мира», иначе бы немцы, которые оккупировали Данию, запретили газету. Просто «Голубь» звучало более безобидно. 1944 год пытался поймать голубя. Потом 1944 год становится все более и более рослым в серии рисунков. В конце концов он вырастает и передает сачок, которым он хочет поймать голубя, 1945 году. И читатели должны были задуматься, удастся ли нам поймать голубя мира, получим ли мы мир или нет. То же самое касается нескольких других моих рисунков. Например, серии, в которой рабочий бьет молотом по оковам со свастикой, так что свастика разлетается на куски, но потом превращается в знак доллара. Я точно не помню, когда я его сделал. Это, наверное, было в 1945 или 1946 году. Когда я после войны продолжал сотрудничество с газетой «Ландок Фольк», я обещал руководству Компартии, что стану штатным художником в этой газете и буду каждый день представлять сатирические рисунки на политическую тему. В течение долгого времени я делал буквально каждый день по рисунку. Этого я не делал последние два года, потому что постарел, посидел, время от времени сильно устаю. Все-таки 40 лет по одному рисунку в день – это много, не считая всего остального. Кроме политических рисунков, я делал для «Ландок Фольк» каждое воскресенье юмористическую серию «Без слов». Эти серии были рассчитаны главным образом не на преданных коммунистов, а на сочувствующих, которых таким образом я привлекал к чтению нашей газеты. Я благодарен Советскому Союзу за многое. За то, что Советский Союз победил в войне против фашизма. За то огромное гостеприимство, за ту огромную дружбу со стороны людей, видевших мои рисунки и покупающих мои книги, которые здесь издаются. Я должен сказать, что в Дании значительно меньше любят мои рисунки, чем в СССР. У меня создалось впечатление, что советский зритель лучше понимает глубокий смысл большинства моих работ, чем зритель датский. Поэтому я считаю совершенно естественным, что место к моим рисункам здесь. Правда, я немного боюсь, что слишком уж бесцеремонно навязываю свои работы Советскому Союзу, но я думаю, что здесь их понимают. Я рисую с тех пор, как помню себя. Если только в мои руки попадал карандаш или кусок мела, я тут же начинал рисовать. А порой рисовал, даже не имея ничего. Помню, что еще маленьким мальчиком, я бывало по вечерам, когда меня укладывали спать, долго водил указательным пальцем в воздухе, рисуя различные фигуры. Многие дети любят рисовать, но меня, как видно, больше, чем других, поощряли к этому.